выпускал детали. Знаю победы в одном строю с российским триколором. Праздничные атрибуты на площади Славы. На торжественный митинг в честь Дня Победы собрались сотни жителей Самарской области. Это представители вузов, предприятий, воспитанники военно-патриотических клубов. За этот день, за мирное небо над нашими головами боролись наши предки, чтобы все мы мирно жили. Это большое значение имеет этот праздник для нас. Возле горельефа «Скорбящая мать» снова море цветов в честь героев Великой Отечественной войны. 72 года назад они не просто отстояли свободу и независимость страны, советские войны спасли весь мир от фашизма. От имени губернатора Самарской области поздравляем вас с Днем Великой Победы. Желаем вам всем счастья, добра и мира, и долголетия нашим уважаемым ветеранам. Минута молчания предваряет основное действие – возложение цветов. Среди участников много заслуженных людей. Ветеран войны Петр Нагорнов – энергетик, а в 41-м был подростком. Сегодня вспоминает, как, несмотря на юный возраст, работать приходилось по 12 часов в день. Предприятие обеспечивало электричеством стратегические заводы. В победу верили, а к трудностям относились легко. Все равно не падали духом. Ходили на танцы в свободное время. Да, давали нам выходные иногда в месяц, один-два выходных давалось. И мы уходили, в театр даже ходили. А многие готовятся почтить память родных и близких 9 мая, пройдя по главной площади губернии в Бессмертном полку. Олег Зверев, Григорий Плешаков, «События».